приветище! Пока все снимают фнаф-фнаф-фнаф, я улетаю в космос и терплю кораблекрушение. Ну нет, не совсем кораблекрушение. Короче, игруха называется Remains. Это выживалка в космосе, похожая на RAV, только космическая. Поехали, узнаем, что же со мной произошло. Создаем мир под названием FNAF. Почему бы и нет? FNAF. И погнали. Solo Q представляет. Я так понял, это я от первого лица. Чё-то мастерю на космическом корабле. Чиню его. Друган подлетел, я ему показываю, типа, лайк тебе. Что такое? Голова затрещала. Ох, нифига себе! Землю, что ли, разнесло? Ну или ближайшую планету, рядом с которой мы парканулись. Ну вот, собственно, все, что осталось от нашего корабля. Я в открытом космосе, я выжил, а мой друган, который подлетел, где он? Его тоже разнесло. Видимо, он же передо мной стоял. Его корабль меня защитил как-то, и мой корабль тоже меня как-то защитил. И я остался в живых. Починить. А как это починить? Под вопросом. Непонятно. Ладно. Будем выживать. У нас есть скорость. Мы с огроменной скоростью тут перемещаемся. Скорость можем развить, нифига себе, 40 уже километров в час. Обалдеть. Главное, далеко бы не улететь. Под сотку я разгоняюсь примерно. Вот кишочки какие-то лежат. Подожди, тормози. Нифига себе, прикольно. Фиг затормозишь, это ж космос. Не так-то все просто. Вот я хочу кишочки подобрать. Я ж могу кишочки подобрать. Вот это вот колбаса какая-то. Забрать. Забрал резину. Нифига себе, достижение получено. Вот это я разогнался, ты посмотри, как я лечу. Фух! Это тебе не ножками по земле бегать. Тут, короче, надо со скоростью аккуратнее быть, а то улетишь куда-нибудь в другое созвездие. У нас есть таб, тут есть чертежи, кирка, мы можем крафтить. Вот кирка, кстати, насчет кирки, куда-то я вниз улетаю. Мне главное домик свой не потерять, это все, что осталось от моего дома. Платформа и какая-то сожженная фигня. Да господи, стой! Фух, кажется, я выровнялся. 7 километров в час, и мне этого пойдет. Значит, возвращаемся к кирке. Чтобы ее скрафтить, нам нужен металлолом и резина. Ну, та самая резина, про которую я подумал, что кишочки вон у нее летают. Вот еще сундук. Сундучок, коробочки. Сейчас я тебя поймаю, тут еще и резина летит. Я даже не знаю, что первым хватать. Да, это чертовски сложно, да. Не хотел бы я оказаться космонавтом в такой ситуации. Короче, я выяснил, что тут есть стабилизация скорости. Сейчас я это попробую. Зажимаем стабилизацию. И наша скорость сбрасывается, и я резко останавливаюсь. Какая чудесная штука. О, кажется, семена нашел. Но эту штуку я брать не буду, потому что я хочу кирку сделать. У меня последний слот остался. Во-во-во, кажется, металл летит. Похоже на него. Давай, забирай. Это проволока. Блин. Самое беспонтовое это еще тишина, вакуум. Вот, может быть, это металл. На выхлопную трубу похоже. От корабля. Стой, куда ты так улетаешь? Мне надо с тобой синхронизироваться, чтобы тебя схватить. Да, это металлолом. Это 100% металл. Ну же! Черт, я его-то обгоняю, я не могу его поймать вообще. Это сложно. Давай. Ну! Вот металл, труба. Я взял, получилось. Я взял другую трубу, пока летел за этой трубой. Есть, все, у меня два металла. Ну все, кажется, я приловчился. Ты посмотри, с какой скоростью другие предметы летят. Если я в них влечу, боюсь, что мне будет крендец. Прислушайся. Слушай. Ты слышишь этот сигнал? Это я так далеко от дома отлетел? Давай поближе подлетим. Или может быть то, что кислород кончается, давай подполним. Еще и есть хочу. Кислород подполнил и вроде бы... У меня скорость, ты погляди на нее, 160 километров в час. Стой, давай стабилизируемся. Стой, это очень быстро, 200 километров в час, без машины. Просто тело летит с такой скоростью, ужас. Все, я все брал весь металл для кирки. А нет, я пошутил. Я немножечко ошибся, арифметика это не мой конек. Значит, последний металл собираем, и у меня есть коварный план. Я хочу обогнуть вот эту планету, разогнаться под максимум. 1000 километров в час хочу разогнаться, посмотреть, что со мной произойдет. Разорвет меня или нет? Просто вот прям хочется, стой, вот последний кусочек металла. Сейчас ее подниму.
Есть! Последний кусочек металла у нас в кармане. И мы начинаем набирать обороты по скорости. Сейчас посмотрим максимум, насколько я смогу разогнаться. Итак, 100 км в час. Сработала сирена. Я не знаю, что эта сирена означает, но скоро мы выясним. О, как все позеленело, ты посмотри, мне плохо. А, понятно, ты мертв. Космос забрал тебя. Короче, когда ты выходишь за пределы... А, радиация, вот смотри, тут радиация 100%. В общем, как я выяснил, радиация — это своего рода невидимая стенка, которая не дает нам выйти за пределы игры. Ну что ж, пришло время сделать эту чертову кирочку. Еще разок создаем. Все, она у нас появилась, только что с ней делать, я пока не понимаю. Видимо, добывать из метеорита руду. Вот, например, вот метеорит тут красно летает. И его надо ковырять. Ладно, кирка есть. Давай приостановимся чуть-чуть. О, у меня голод! Голод! Я жрать хочу. Так, канистру надо выкинуть. Они нам пока вообще нафиг не нужны. Канистру выкинули. Так, нужно ящички найти срочно. Надо что-то пожрать. У меня есть возможность сделать еду? Нет, сундук, рюкзак. О, рюкзак можно сделать. Надо его сделать. Пластик! А я пластик только что выкинул. Твою ж машкину ляжку. Пластик, куда я тебя выкинул? Так, ладно, пофиг, чертежи есть, это что, чертеж, построй свой корабль. О, тут тоже пластик нужен был. Да твою ж налево, почему я раньше в чертежи не посмотрел? Все просрал, я сейчас подохну из-за того, что, блин, я затупил. Конкретно тупанул. Во-во-во-во-во, вот ящичек летит, возможно, там есть еда. Давай, подходи, подходи, подходи. Есть, я его подо... Печеньки, ху-ху-ху-ху-ху. Вот это фарт, вот это мне повезло. О, баклажка, пластик вылетит. Опа-на, есть пластик один. А это что такое? Это чипсы, что ли, летят? Еда, хватай ее. А я не могу ничего схватить, у меня места нет, металл выкидываем. Еда, 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 сухпаек. Сейчас я за ней, я лечу, лечу за тобой. Может быть, это сыр? Пицца-то, прикинь, съедаем. Три пиццы подобрал. О, вот это я нормально пообедал. Вот это мне фартануло. А вот тут вот это пластик, нет? Сейчас подлетим. Блин, вспомнить бы, где я пластик выкинул. Но я, конечно, его уже не найду, он улетел, наверное. Он выкидывается так. Я просто врезался в металлическую фигурину. Обосраться просто. Ну-ка, 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 контейнерок, контейнерок. Что там, резина была? Да чтоб тебя эта резина. Нафиг ты мне не сдала сейчас. О, кислородный баллончик надо захватить. Успею, не смогу. А, ты бы сейчас слышал, как я жму на кнопки. Вот сейчас я тебе это продемонстрирую. Вот она, канистра. Стабилизируемся. Все, выровнялись с канистрой. Пластиковая канистра. И давай, 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 давай. Давай. Вот так вот истерически просто долблю клавиши. Значит, три канистры у нас есть. Смогу рюкзачок сделать? Нет, там пять, по-моему, надо было. Еще две канистры надо. Два пластика. Оп-оп-оп-оп-оп. Стоп-стоп-стоп-стоп. Еще один контейнер. Иди сюда, в мои загребущие руки. Мясной стейк. Хо-хо. Не жирный, а тут живу, как в ресторане. Слушай. И на халяву, считай. Пиццы, стейки. Я так на земле сейчас даже не живу. Хоп, контейнерок. Стой, он улетает от меня, но я его сейчас поймаю. Ляблю, ляблю, ляблю. Там еще контейнер. Ничего себе. Давай, давай, давай. Тут может быть пластик. Еще один мясной стейк. Да вы что, вы хотите, чтобы я зажрался и жирным стал? Ба-ба-ба, кажется, баклажечка маленькая летит. Иди сюда. Три пластика с такой маленькой баклажки. Ну это же даже, это подарок судьбы просто. Делаем его срочно. Вот мой рюкзачок расширился на 4 секции. Еще дополнительно, шикарно. По рюкзакам все. Я думаю, что если я еще один рюкзак сделаю, то у меня еще секция здесь не добавится. Хотя, кто ж их знает. Есть сундук. Чтоб его. Но его ставить нужно будет вон там вот. На той площадочке небольшой, которая у меня осталась. Ладно, давай попробуем что-нибудь по кораблю сделать все-таки. Я здесь вижу два контейнера, если не три, вон там контейнер, тут контейнер. Шлеп мои звезды в космосе. Значит, подлетаем к первому контейнеру. Опа-на, пластик, спасибо. Летим к следующему, главное не потерять это все из виду и синхронизироваться по скорости с ними. Стой, 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 есть. Энергетический напиток, благодарю. Мне бы кислородика еще сейчас, а то у меня 43% осталось. Собираем пластик. И вот еще один контейнер. Ох, удачно залетел в зону контейнеров. Резина плюс 2, блин. Кислородные баллончики. Целых 2 штука. Что-то я не понял, а как? Смотри, я хочу, короче, дойти до кислорода, а мне не дают, типа, лезть в сумку. А где у меня сумка? Кто-нибудь скажет мне, как в сумку залезть? К
Как мне, блин, кислород взять со своим энергетическим напитком? Я тут все профукал сейчас, подожди. Надо же, как это так? Подожди, если на кнопки буду жать. 8-9, 8-9, где, как? Почему это? Я что-то выкинул. Что? Я что-то выкинул случайно. Подождите, надо подобрать. Это я пластик выкинул, который так усердно собирал. Фух, я его вернул. У меня есть кислород, но я не могу им воспользоваться. Это несправедливо. Давай журнал почитаем, срочно. Случай крушения. Да, неинтересно, это что такое? Это галочки в случае крушения. Так, рюкзак, про рюкзак что-нибудь есть? Нифига нету, советы не помогли. 77% кислорода. Есть кислородный баллон рядышком? Я не хочу подыхать. Нет, только не это, кислородный баллон. Успокойся, сосредоточься. Он где-то здесь должен быть рядышком. Вон он, кислородный баллон. Сейчас я выкину пластик и возьму кислородный баллон. Сейчас, спокуха. Стабилизируемся. Выкидываем в топку пластик. Давай, догоняй. Есть, вдыхаем. Фух, контейнер вон тот из виду не теряем. Летим до него. Как это я сейчас достал? Ты видел, как я как-то сейчас смог достать кислородный баллон? О, давай поймаем тебя. Стой. У меня ровно столько пластика, сколько нужно. Давай попробуем сделать себе корабль, что ли. Создать. У меня есть один чертеж. Это платформа для корабля. Окей. Пойдем-ка, стой, стабилизируйся. Стой. Пойдем-ка, попробуем ее сюда прицепить. Приземляемся. О, как! Я могу ее сделать, но... У меня недостаточно металла. Слушай, а журнал-то все-таки полезная вещь. Я тут прочитал, что киркой, вроде как, я могу отремонтировать свою вот эту штуку. Прикинь, киркой. Это ж кирка, это кирка. Но она почему-то похожа на молоток. И смотри, что тут написано. Нужно собрать вот эти предметы, и тогда ты починишь эту штуку. Я думаю, что к конце создания нашего корабля, и когда я отсюда улечу, я раздолблю просто в щепки свою клавиатуру. Я нещадно ее долблю сейчас, чтобы просто... Пролетая мимо, собирать предметы, стой, не... Фух, я думал, я сейчас об угол расшибусь. Давай посмотрим еще раз, что нужно для того, чтобы починить. Значит, у меня есть две пластины, отлично. Нужна проволока и вот такие вот штуки раздолблены. Я не знаю, что это электрический модуль, может быть, какой-то есть. Три штуки сразу же. Роскошно. Во-во-во, еще одна, кажется. Да, чё-то я не могу здесь найти проводов. Резину вижу, а проводов не вижу. Может быть, вот это? А, так вот такие вот штуки, это есть провода. Во, отлично. Наконец-то я могу починить оставшуюся часть нашего корабля, единственную. И мы сейчас этим воспользуемся. Чинить. Воу. Получено достижение. Подожди, это модуль управления я сделал? Использовать. И что? Стой, подожди. Надо как-то себя зафиксировать. Давай, стой. Все, фиксируем. Трубки тут летят. Главное, чтобы мне по башке что-нибудь не прилетело. Смотрим. Значит, системы корабля. Скорость 0.1. Питания нету. Двигатель корабля можем сделать. Для этого нужен армириум. Еще процессор. Система корабля. База данных предметов. Металл, провод. И есть еще какие-то задания. Карта доступа нужна первого уровня, чтобы их открыть. Сколько всякого интересного подкрывалось. Кстати, помимо кирки мы можем здесь сделать кусачки, бур и гравитационный крюк. Классная штука. Что там мне запищало? Так, нужно срочно сделать контейнер, чтобы я мог разгружаться. И перемещать все другие предметы пластик и металлом. Блин, как дорого-то! Что мне нужно? Мне нужно пожрать. Так, значит, вот это выкидываем. Значит, надо пожрать, найти что-нибудь. Но я думаю, что я не успею найти пожрать. Я не настолько глазаст... А подожди, вот она, еда прямо передо мной. Стейк мясной. Здорово. Ну, с кислородом мы сейчас, я думаю, найдем общий язык. Если найдем, собственно, сам кислород. Вон он. Вон летит. Летит пузырь кислорода. Есть? Два штука. Чума. Есть. Фух. Слушай, мне вот интересно, я могу вот из вот этих штук металл добыть? Вроде они металлические. Если их киркой разломать, попробую. Давай подлетим. И рискнем. Так. Опа-на. Кажется, что-то можно с этого... Это ломается. Етишкин корень. А я все это время летал с киркой. Так, вот эту штуку можно как-то сломать? Разобрать.
Я думаю, что вполне. Вот. Опа, что это? Я когда ломаю, сундуки вот эти вылетают. А я же их собрать-то не могу, потому что у меня все битком. Ладно, короче, вот эту карточку, наверное, выкину. Выкину. Она мне пока не нужна. Потому что все остальное нужно. Я запомню, что она здесь. Так, это я забираю. Тут провод был. Так, ломаем, продолжаем. Тут сейчас куча всего должно вывалиться. Да, короче, когда ты их ломаешь, все-таки металл кидается мне в инвентарь вон справа. Все зачисляется мне. Отлично. Нужно теперь найти где-то кислорода срочно. Прям вот капец как срочно. Все, я отчаливаю отсюда. Вот эту коробку забираем. Так, кислород. Вон он летит. Сейчас. Как это несправедливо, когда у тебя в рюкзаке есть кислород, но ты не можешь им воспользоваться. Еще по башке мне кислородным баллоном дало. Завинтило, и он полетел куда-то в гагры. Так, стой. Выкидываем дискету. Выкини чертеж. Где он? Вон он, я и запомнил. Наверное, я запомнил. Вон он, чертеж. Сколько баллонов подобрал? 2. Отлично. Это судьба. Возвращаемся за чертежом. Как все сложно. Да, получилось. Главное в такие моменты в космосе не подпердывать, а то улетишь еще дальше. Остановочка наша. Сейчас мы здесь попробуем поставить. Так, ну насчет чертежа. У нас все по металлу есть. Мы можем, в принципе, платформу поставить. И я это сделал для того, чтобы поставить сундук вот сюда. Здесь я его не хотел ставить. А для того, чтобы поставить сундук, нам снова нужно добыть металла. Что мы сейчас и сделаем вот с этим куском. Я его просто сейчас раздолблю киркой. Должно получиться. Стабилизируемся. Давай. Металл, да, получается добыть металл. Все здорово. В основном здесь металл один. Наконец-то я сумею сделать для себя личное хранилище, куда буду складывать всякое барахло. Останавливаемся. Стой. Делаем наш сундук. Создать. Я его создал, но он у меня... У меня же инвентарь полон. Куда он улетел? Твою Машкину. Подожди, это он улетел? Я просто сейчас его просрал. Я вечно про это забываю. Подожди. Есть. Я его не просрал. Вот он. Фух, он у меня. Кстати, хорошо, что я для него отдельную платформу сделал. Хотя здесь он тоже влазил, в принципе. Но он такой здоровый. Такой большой, огроменный. Значит, пофиг, ставим криво-косо. Вот так. Заходим в него. И да, я могу теперь перемещать предметы из своего рюкзака сюда. Все нафиг выкидываем, в том числе и вот этот чертежик. Сюда кислородик, энергетический напиток. Кирку тоже сюда. И жрачку тоже сюда. Все. Ну, теперь можно жить. Теперь будет всяко проще выживать. Ну, короче, дел здесь просто непочатый край. Нам нужно сделать корабль для нашего выживания. И как это будет происходить, ты вот увидел в этой первой серии. Короче, если ты хочешь увидеть продолжение, то ты знаешь, что нужно делать. Нужно ставить лайки, подписываться на канал, чтобы не пропускать этих роликов. Ну и просто быть бодрячком. А на этом все. Спасибо, что смотрел. Увидимся в следующем ролике. До встречи!